Спокойствие на пару недель. Хвостики приюта, и не только они, будут накормлены. Дорогие друзья, спасибо всем, кто помогает домашнему мини-приюту Людмилы Чернецкой. Спасибо вам огромное за поддержку. Животных много. Также кормим уличных, которые нуждаются в нашей помощи. Старается волонтер накормить всех, кто приходит и кого где увидит. На улице еда и вода стоит постоянно. Зимой животным особенно тяжело выживать. Но в целом мы про это уже говорили неоднократно. Без вашей помощи волонтер-инвалид не могла бы это делать. Ее средств, к сожалению, не хватает на все. А душа болит за каждым, всем хочется помочь. Приют существует благодаря помощи друзей и, конечно же, неравнодушных людей, читателей и зрителей нашего блога. Вот, возвращаясь с ветклиники, про это мы уже рассказывали, купили немного печенки, 160 килограмм куриных спинок. Теперь на пару недель можно вздохнуть спокойно, а также немного мягкого корма для больных и, конечно же, корм Пурину для животных. Друзья, от чистого сердца спасибо большое вам за эту неоценимую и столь нужную нам помощь.